не похожа на других, у нее очень короткий хвост, кривой и ломаный. Особенность породы, поясняет ветеринар, внешний признак ловчей особы, идеального охотника на грызунов. Впрочем, это не единственный талант молодой кошки, рассказывают, что она лечит своей энергетикой. Она очень любит садиться на коленки, когда она посидит на коленках, становится очень хорошо, спокойно на душе. То есть она такая очень позитивная. Соня смелая, ее не пугает ни яркий накамерный свет, ни посторонние предметы. Она изучает все с большим любопытством, моментально отзывается на призыв поиграть. Утром она меня встречает, мы садимся, завтракаем с ней, то есть мы можем попить кофе, она всегда на коленках сидит, она мурчит, она дается гладиться, то есть если хочется поиграть, она всегда в активных играх, то есть вовлечена, мимо не проходит. Кошка Сони готова принять на себя обязанность следить за благополучием вашего дома и вас, если вы заберете ее из приюта. Нужный телефон 8 908 271 88 27.